Аббадон. История. Рот Аверна питает купель, разлом в земной тверди, который испускает загадочную энергию на протяжении поколений. Каждого новорожденного семьи окунают в этот темный туман, даруя тем самым связь с их землей и ее загадочной силой. Дети растут с непреклонной верой в защиту семейных ценностей и традиций земли, но на самом деле они охраняют саму купель, истинные намерения которой неизвестны. Когда новорожденный Эрбэдрн проходил обряд крещения, что-то пошло не так. В глазах малыша сверкнула искра разума, испугавшая всех присутствовавших и заставившая жрецов шептаться. Его растили, дабы он пошел по пути всех отпрысков рода, война и защита родины во главе армии. Но сам Эрбэдрн уделял этому не так много внимания. Пока другие тренировались в обращении с оружием, он медитировал у купели. Он глубоко вдыхал темный туман, учась быть единым с той силой, что протекала глубоко под землей его дома. В конечном счете он стал порождением черного тумана. Рот Аверна неодобрительно отнесся к такому решению, обвиняя его в пренебрежении обязанностями. Но все эти обвинения прекратились, когда Эрбэдрн вступил в свою первую битву и показал ту обретенную власть над жизнью и смертью, о которой другие члены рода не могли и мечтать. We'll be right back.